во времена участия в КВН знаменитая своим искрометным юмором и образом громбабы Ольга Картункова весила около 150 килограммов. После она села на строжайшую диету и смогла сбросить 84 килограмма жира. Поклонники безумно радовались за знаменитость. Теперь же они плачут горькими слезами. Артистка поделилась в своем микроблоге кадрами со съемок нового выпуска шоу «Однажды в России». На кадрах Картункова выглядит снова располневшей, как будто бы большая часть ее веса к ней вернулась. На кадрах Ольга стоит в черно-красной кофточке с цветочным принтом. Ее длинные волосы завиты, в руках она держит желтую кружку. Заметно, что опытная артистка сильно волнуется. Что-то, кажись, опять поправилось. Но все равно норм, опять что, потолстела, бесцеремонно спрашивали некоторые. В ответ Картункова объяснила, что набрала лишний вес специально, ради нового проекта. «Надо так для следующей роли», — написала она. «Свежих подробностей пока что очень мало». Юзеры надеются, что оно того стоит. Не секрет, что похудение Ольги давалось очень тяжело. Была проделана колоссальная работа над своим телом, от которой в итоге пришлось отказаться для заветной роли. Впрочем, многие заступились за свою любимицу. Большинство же поклонников отметили, что изменение фигуры никак не сказывается на таланте артистки. «Ольга была, есть и будет отличной юмористкой», — подчеркнула подписчица. «Вы прекрасны в любом весе», — считает другая.